Давай, Снежок. Держи. Я очень-очень хочу попасть в это дерево. Не смейся. Ну? Настя, как тебе это удалось? Очень просто. Я очень-очень сильно захотела попасть в это дерево. Я просто загадала. Не верится, что целый год прошел. Такое впечатление, будто только вчера тебя здесь встретил, правда? И снова наступает Новый год. Угу. Да, у меня подарок. Ух ты. Смотри. Посмотрим. Дед Мороз. Такой смешной, с подарками. Красивый. Я знал, что тебе понравится. Спасибо. Завтра не передумал. Время еще есть. Эй, мы не передумали? Ты знаешь, нет, мы не передумали. Анастасия и Олег, мы приглашаем вас на регистрацию. Простите, Олег, он опаздывает. И я подумала... Спасибо. Ребят, а что, если вы сейчас? Хорошо. Спасибо. Все в порядке, я договорилась. Угу. В наше время женихи к венцу не опаздывали. Наверное, Олег, держи. Угу. Алло, ну где же ты? Настя, весь центр в пробках. Поехал в объезд. Уже выскочил с окружной. Я совсем рядом. Ну давай скорее. Я так долго жду тебя. Конечно, конечно. Минут 10, не больше. Люблю тебя. Алло. Олег, алло. Алло, вы чё? Сегодня я гуляю с бабушкой, а завтра с тобой. Договорились, котенок. Ты сама надолго? Не знаю. Ты... Мам, ничего не говори. Пока. Прекрасный день. И замечательное место, правда? Да. Новый год. Время надежд и исполнения желаний. Моя дочь в это верит. И я верю. А вы не верите? Если верить всем сердцем и написать свое желание на бумаге, оно обязательно сбудется.
Лиза, привет. Приветик. Как дела? Хорошо. А Сонечка где? А, да вот же она. Ой, спасибо. Настя, привет. Сонечка, привет. Я на минутку. Какую минутку? Подожди. Миш, ну все, коктейль приготовили, да? Хорошо. Там у нас коктейль новый придумали. Пойдем угощать. Никакой коктейль, Соня. А что? Ой, слушай, мне работать надо. Ну все, работать. Совсем похудела с этой работой. У меня заказчик в раз-два и обчелся. Да? Послушай, мне надо в Михайловск съездить. Зачем? Там ежегодная новогодняя ярмарка проводится. Так езжай. Денег нет. Поможем. Сонечка, спасибо тебе. Да не за что. А большая ярмарка? Мечта. Да. Народу соберется. Я и денег заработаю, и полезные знакомства заведу. Здрасте. Видишь, мужчина. Иван Семенович, детский врач. Давай познакомимся. Ты с ума сошла? Чего? Не женатый. Сонь, хватит меня сватать. А что? Мама все уши прожужжала, и ты тоже. Ну правильно, потому что ты дома сидишь, никуда не выходишь. Вот что, у нас сегодня вечеринка для сотрудников. 7 вечера. Я тебя приглашаю. Я буду. Да? Хорошо. Ну пока. Угу. Сонь, спасибо тебе. Да не за что. Пока. Пока. Я фотографии детей сделала, захвачу. Извините. Прошу прощения, пожалуйста. Спасибо. Волшебница взмахнула палочкой, и лохмотья Золушки превратились в роскошный, затканный золотом и серебром наряд. А вместо стоптанных башмаков на ее ногах засияли хрустальные туфельки. Золушка была ослепительно красивой в новом наряде и могла ехать на бал. Мама, а у Золушки есть папа? Есть. Здрасте, Марина Сергеевна. Сонечка, привет. А где Настя? Она что, не едет? Я не понимаю. Я ничего не могу сделать. Так, несите платье. Мама, мама, а я тоже хочу папу. Я знаю, родная. Ну, что сидим? Сонечка, привет! Привет, малыш. Моя маленькая. Теряем время. Мам, поезжай. Аварию я сама уложу. Мамочка, поезжай. Все замечательно. Добрый вечер. Спасибо, спасибо. Я очень рад. Очень рад. Спасибо, что пришли. Очень приятно. Замечательно. Располагайтесь, будьте как дома. Дорогие друзья, прошу немножко внимания. Я хочу предоставить слово Ольге Константиновне. Да, просим, да. Спасибо. Добрый вечер, уважаемые коллеги. Я хочу поблагодарить всех сотрудников за прекрасную работу. Год назад мы приобрели новое кафе. И хочу вам сказать, что мы совершенно не разочарованы. Вам удалось сделать кафе популярным. Поэтому спасибо вам большое. Мы очень рады сотрудничать с вами. Андрей Дмитриевич. Спасибо. Коллеги. Я рад вас видеть. Я думаю, что Ольга Константиновна замечательно справилась с официальной частью, поэтому... Лиза, можно мне бокал? Спасибо. Друзья. Я очень люблю то дело, которым занимаюсь.
В моей памяти на всю жизнь остались бабушкины шоколадные булочки, которые она пекла дома в моем детстве. Я думаю, что если бы она сейчас зашла в наше кафе, такое по-настоящему уютное, такое по-настоящему домашнее, ей было бы чем гордиться. С наступающим Новым годом вас! Спасибо! Спасибо. Ура! Молодец. Ну как ты? Нормально? Нормально. А кто эта женщина? Ольга? Деловой партнер, но хватка у нее железная. Понятно. Софья Аркадьевна. Да. А когда можно торт выносить? Торт? Да пойдем сейчас вынесем. Мы пойдем за тортом. Соня. А? Что? На вечеринке была симпатичная девушка, ну, молодая женщина, вы с ней разговаривали. Да, это моя подруга, Настя. Где она? Собирается уходить, а что? О, нет, о работе завтра. Андрюш, пригласи меня танцевать, пожалуйста. Пожалуйста. Прости меня, я скоро. Я одну минуту, я скоро вернусь. Я позвоню, пока. Здрасте. Мы с вами уже встречались здесь? Наверное. А хотите, я вам кое-что покажу? Вам обязательно понравится, вот увидите. Спасибо. Держите. Спасибо. Прошу вас. Нам на самый верх. Не пугает вас? Пойдемте. Здорово, да? Красиво. Да. Ну-ка, смотрите, смотрите, скорее загадывайте желание. Лучше вы. А вы знаете, я уже давно в это не верю. Печально. А вы? А я верю. Просто я боюсь. Боюсь ошибиться. Тоже нерадостный ответ. Тогда давайте за печаль. За печаль. Андрей! Я, наверное, пойду. Холодно. До свидания. До свидания. До свидания. Кто эта женщина? Золушка. Красиво, фантастика. Да нет. Холодно. Ну, правда холодно. Пойдем. Здравствуйте, Настя. Здравствуйте, Роман Иванович. А чего это вы в такое время не дома? Гуляла. Гуляла, понятно. А не желаете зайти ко мне отметить наступление, так сказать? Роман Иванович, мы с вами уже говорили об этом. Я вас просто снимаю квартиру, а вы мне сдаете. Да? Да. И не более того. Плохо. До свидания. До свидания, Настя. И с наступающим вас!
Привет, сынок. Пап, привет! Ты когда прилетишь? Ты знаешь, сынок, билет у меня на завтра. Но кое-что изменилось. Скорее всего, придется сдать билет. Пап, ты опять не прилетишь на игру? Ты же обещал! Да нет, сына, я, конечно, приеду. Я обязательно приеду. Пока. Андрей, посмотри эти документы. Я не хочу слушать, Оля. Ты... Андрей, пожалуйста, послушай. Ну, ты начнешь свой разговор о фастфудах. Я не хочу это обсуждать, правда. Андрей, я считаю, что в данный момент это очень выгодное вложение. Понимаешь, рынок есть рынок. Бистро приносит реальную прибыль. Мы должны думать о будущем. Понимаешь? Я догоню. Насчет вчерашнего. Вы ясно дали понять, что наши отношения исключительно деловые. Раз так, ваша квартплата со следующего месяца удваивается. Роман Иванович, ну... Не хотите оплатить? Все сядьте. Уверен, я найду массу желающих на эту квартиру. Соня, вот вариант оформления, да? Вот вариант, вот вариант. Ну, это так себе. А вот этот мне нравится больше всего. По мне он самый подходящий. Да, красиво. Спасибо большое. Соня, давайте рассудим здраво. Вокруг офисные центры. Вы представляете, сколько народу мы можем принять, если кафе перейдет на режим быстрого обслуживания? Представляю. Только я не совсем понимаю, Ольга Константиновна, а что от меня требуется? Андрей Дмитриевич очень вас ценит и прислушивается к вашему мнению, поэтому, если вы поддержите мою идею... Нет. Нет. Я переход на фастфуды поддерживать не буду. Извините. Уезжает домой. В Михайловск. Я вообще не об этом. Да ладно? Я совсем о другом хотела сказать. Угу. А когда он уезжает? Завтра. Не об этом. Мам, я хочу Мишку. Какого Мишку? Того. Он того толстого, рыжего? Да. Не вижу препятствий. Сыграем? Ну, пойдем. Вот здесь, что ли? Ага, вот. Ой, какой медведь.
Вот этот Вань? Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте на билеты. Так. Сейчас денежки достану. Фу, руки замерзли уже. Держите. Ну, Валька. Вань, тяни. Тяни первая. Ну. Давай. А теперь тетя Соня. Тетя Соня. Так, Настя. Не, я не везучая. Ой. Ну, чего у тебя, Варюш? Пусто? Вот, блин. Пусто. Ты что ты такое говоришь? Фу, какие слова. Так, а что у меня? Пусто. Вот, блин. Третий билет брать будете? Настя. Будем. Да. Будем. Давайте. Ух, давай, давай, давай. Все хорошее когда-нибудь начинается. Главный приз. А ну покажите. Главный приз. Мама. Главный приз, Варька. Медведя выиграли. Держи. 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 Опа. Ух ты, какой Слушай, большой! Я вижу, у кого-то началась белая полоса. Пойдем. Извини. Не слишком ли ты его балуешь? Я? Не балую. Спасибо. Я радую. Мальчишка растет без матери. Я на работе. Вообще-то у него еще бабушка есть. Этого недостаточно. Андрюш, подожди. А? Знаешь, я должна сказать тебе, у нас не очень хорошие новости. Ну, твоя хваленая Соня нас обворовывает. Документы говорят сами за себя. Понимаешь, мне кажется, что будет лучше, если Новый год кафе встретит с новым директором. Андрюша. Да? До встречи. Пока. Придется отдать все деньги за аренду. Ярмарка накрылась. А что делать, я не знаю. А я знаю. Держи. Ты с ума сошла, я не возьму. Так, Настя, возьмешь. Зачем так много? Возьмешь. Это от нас с Шуриком подарок. С наступающим. Спасибо тебе. Ну что ты, Настен. Полетишь ты в свой Михайловский, устроишь там парад планет. Продашь все. Спасибо. Завтра мотнешься в аэропорт и возьмешь два билета. А почему два? Сейчас все объясню, какая быстрая. Там у тебя вино вкусное есть? Есть. Наливай. Хочешь? Да. Сейчас. Сейчас тебе все расскажу. Сейчас. Почему два билета-то? Ну, потому что я лечу вместе с тобой. Сонька. Представляешь? Андрей Дмитриевич. Андрей Дмитриевич. Так. Устраивает прием в честь новогодних праздников. Так. У меня пригласительный. На двоих. Понимаешь? Проживание и питание все включено. Оторвемся. Спасибо тебе. А что это у тебя? Разбросы, значит? Это так ничего, ерунда. Ну, не смотри, покажи. Ерунда, ничего. За тебя. Бабушка, а папа успеет прилететь на матч? Конечно, успеет. Не волнуйся, и я буду.
Идет, а может, дождь в переулках декабря. Ты весь день чего-то ждешь, ждешь, как первую звезду в синем небе городском. Ждешь, как дети чудо ждут, и оно приходит в дом. Не грусти заранее, что прошло, забудется. Загадай желание и поверь, все сбудется. В переулках декабря фонари не гасят свет. И читать без словаря учат книгу быстрых лет. Ночью выпадет снежок, и увидишь, как сама за стежком кладет стежок вышивальщица судьба. Не грусти заранее, что прошло, забудется. Загадай желание и поверь, все сбудется, все сбудется. Да. Здравствуйте, Андрей Дмитриевич. Все в порядке? Что? Андрей Дмитриевич, это какая-то ошибка. Софья Аркадьевна, у вас есть 3 дня. Желаю вам удачи. Я обязательно все проверю. Лиза? Да? Лизонька, иди в бухгалтерию. Поднимай всю отчетность за весь год. Поминутно. Живо. Так. Ах ты, бретелька драная. Ну ладно. Видали мы таких. Я не понимаю, почему ее нельзя уволить прямо сейчас? Что тебе дадут эти 3 дня? Ты что, мне не веришь, что ли? Пожалуйста. Большое спасибо. С наступающим. Спасибо. Вас тоже. Приятного полета. Спасибо. Добрый день. Внимание, внимание. Заканчивается регистрация пассажиров и багажа на рейс 495 до Михайловска. Повторяю, заканчивается регистрация пассажиров и багажа на рейс 495 до Михайловска. Вон, посмотри. Подожди, что у нас первые. Да. Я прошу. Простите. Здравствуйте. Здравствуйте. Куда-то улетаете? Да, я завтра в Михайловск. Михайловск? Дорогой, мы опоздаем. До свидания. Одну секунду, подождите. Возьмите. Позвоните мне. Мало ли, чем-то я смогу вам помочь. Обязательно позвоните мне. Я буду очень ждать. С наступающим вас. И вас.
нервничай так. Ты подумаешь, опоздаем немного. Я обещал, я не могу опоздать. Так, сейчас срежем. Главная пробка в эти минуты сохраняется на внешней стороне эстакады Гоголевского бульвара до Артемовской улицы. Бегом, бегом! Отдай направо! Более внимательней! Напомню, что причинами затора стали большое количество машин и аварийный автомобиль. Потратить здесь придется около 30 минут. Пересаживайся. В центральной части города много транспорта. Не оставайся. Все из-за тебя. Так, тихо, никто не виноват. Проигрывать тоже надо уметь. Ты не переживай. Спорт есть спорт. А вы моего папу не видели? Нет, не видел. Сынок, открой дверь. Сын, я понимаю, что очень перед тобой виноват, но прости меня, пожалуйста, открой дверь. Сына, я тебя очень прошу, открой дверь. Ну, хочешь, мы с тобой завтра вместе обязательно куда-нибудь пойдем? Хочешь, в кино? Коля, в цирк хочешь? Я не помню, мы с тобой в цирке когда были. В цирк хочешь? Понятно. В цирк не хочешь. Я с тобой хочу. И я, знаешь, как с тобой хочу. Но в другой раз. Ты с бабушкой погуляешь, поиграешь. Мама заработает денежки и вернется. Хорошо. Все. А у меня сердечко. Клади. Давай закроем. Оп. Алло. Все потому, что Коля предоставлен сам себе. Ты часто уезжаешь, я тоже занята. Ему явно не хватает материнской заботы. Прошло уже 3 года с тех пор, как умерла Вика. Конечно, мы все скучаем по ней. Она была такая добрая, чуткая, но... Да. Как бы я хотел, чтобы она вдруг сейчас оказалась жива. Тебе нужна жена, а Коле нужна мать. Мамочка, я знаю, знаю. Оглянись вокруг. Мы часто напрасно не замечаем тех, кто находится рядом. Ольга. Ольга с рождения знает Колю. Она достойная женщина и к тому же состоятельная. О такой жене можно только мечтать. Мама. Не забывай, Ольга вложила деньги в наш бизнес.
и сделала это ради тебя. Я знаю. Я очень за это благодарен. Ольга действительно незаменимый человек. Не делай вид, что она тебе безразлична. Мамочка. Подожди, подожди. Ну, пожалуйста, ты просто очень нерешительный. Мама, я прошу тебя. Мам, на первое супчик обязательно, ладно? Ну, конечно, не переживай. Горячие зубы. Пить. Ну, где же Соня? Ну, не знаю, все время опаздывает. Ладно, спасибо. Давай прощаться. Сейчас все. Подойдет. Варя, целуй маму. 295 до Михайловска. Слушайся бабушку, ладно? Хорошо, ты мне зайку привезешь? Я привезу тебе зайку и лохматого серого волка. Договорились? Ты мое солнышко. Давай, руку. Настя. Соня, наконец-то. Привет. Где твои вещи? Слушай, тут такая история, я не полечу. Здрасте. Ну, у меня дела. Привет, малыш. Вот. Приглашение. Внимание, внимание. Какое приглашение? Ну, я тебе говорила, помнишь? А, нет, я не пойду одна. Пойдешь. Соня. Давай. Ну все, пока. Пока, Варя. Мама, чемодан! Мама, чемодан. Пока, пока. Прилетишь, позвони. Да, 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 да. Пока. Доброе утро, сынок. Прекрати дуться. Ты взрослый, ты же понимаешь, что я должен работать, чтобы наша семья нормально жила. Ты не сдержал слова. Чему ты меня учишь? Ну, бывают же непредвиденные обстоятельства. Бывают? Бывают. Проиграли? Слушай, я у тебя в комнате нашел старую клюшку. Она же совсем старая. Почему ты раньше мне ничего не сказал? Давай так, сегодня, после тренировки, ты приходишь на ярмарку. Я тебя там встречаю, и мы покупаем тебе новую клюшку. Мир? Ну-ка, иди сюда. Я буду откровенна с тобой. Я беспокоюсь за Андрея. И главное, за Колю. Я уже не могу влиять на него. Может быть, вы с Андреем говорили о планах на будущее? Нет, что вы. Вы же знаете, как он не любит, когда лезут в его личную жизнь. Но ты бы хотела стать его женой? Я? Я уже не знаю. Я делаю все для того, чтобы он оттаял. Но только я приближаюсь, он отдаляется. Я вложила кучу денег в его бизнес. Торчу здесь, чтобы быть рядом. Но я не знаю, чего мне ждать. Вот это ответ на ваш вопрос. Но если ты к ним не равнодушна, почему бы тебе не проявить инициативу, а? Галина Петровна, но ведь он мужчина, в конце концов. Милая моя, все эти штампы так далеки от истины. Пойдем на ярмарку?
глазам не верю. Что такое? Я на секундочку. Спасибо, всего доброго. Здравствуйте, Ольга Константиновна. А вас зовут? Настя. Настя. Симпатичные. Китайские? Нет, это я сама делаю, и они хорошо продаются. Очень интересно. Кто это? Никто. Эй, Добрынин! Папа поцеловал тебя на прощение или опять забыл? Отвали! Я сегодня пойду к нему на ярмарку, и он мне купит новую клюшку. О, клюшка, это круто! А ты не врешь? Кто-то не верит. Да пошли вы! Оля! О, привет! Наконец-то! Ну, что ты хотел здесь посмотреть, Андрей? Ярмарка, Новый год, интересно же. Боже, что здесь может быть интересного? Нам нужно поговорить насчет приема, пожалуйста. Оля, мы успеем. Посмотри. Детский сад. Послушай. Ну, я Коле обещал. Я прошу тебя. Ой, прости. Да. Не может быть. Да, я скоро подъеду. Да. Что случилось? Мне нужно поехать в кафе. Я прошу тебя обязательно встретить Колю. Я прошу тебя. Андрей. Я скоро вернусь. Мы с тобой созвонимся. Я прошу тебя. Но, Андрей. Встреть Колю. Интересная вещь. А кто это делал? А это мои работы. Хотите купить в подарок? Леонид Волков. Настя Смирнова. Очень приятно. Послушайте, у меня есть сеть магазинов оригинальных украшений и предметов интерьера. Вы знаете, мы могли бы продавать такие. А хотите посмотреть остальное? С удовольствием. Минуточку. Алло? Да, конечно. Простите, у меня сейчас важная встреча. Давайте завтра. Давайте. Да? Спасибо. Да, все. Да, да, спасибо. Здорово. Как тут у нас? Все хорошо? Принеси-ка последний отчет ко мне. Ребята, повеселимся? Можно. А ну-ка, зацени вас. Супер. Эй, я с вами. Интересные масочки. Что? Так
надо. Не знаю. Ладно, я тебе перезвоню. Целую, Варюша, пока. Какого черта? На счетах нет денег. Ну почему я узнаю об этом только теперь? И что вы предлагаете? Ясно. Да, Андрюша? Привет. Ты Колю встретила? Странно, давно должен был уже. Ну ты позвони, когда он придет. Да, конечно, конечно. Скоро увидимся. Олег. Да-да. Принеси все документы, я возьму их с собой. Что тут? Ерунда какая-то. Фигня. Что нам теперь с этим делать? Закрой. Лови его! Сундук отдай! Коля, ты что здесь делаешь? Ты знаешь, что тебя отец разыскивает? Звонил мне только что. Так, Коваленко, что происходит? Колька Добрыдин украл у женщины. Фух, сундук. Да? Мы увидели и прямо за ним. Это правда? Игорь Александрович, честное слово, мы не врем. Смотрите мне, идите. Вот, возьмите. Спасибо. До свидания. Мальчик. Постой, подожди. С тобой все в порядке? Ты есть хочешь? Слушай, я так хочу есть. Пойдем со мной, а? Пойдем. Пойдем. Пожалуйста. Спасибо. Знаете, где ты сейчас? Мама умерла. Прости. Ешь. А папа? Папа знает? Нет. Алло, Андрей, ты где? Я у входа. С левой стороны. Да, Андрей, возле елки, я здесь, я тебя вижу. Андрей.
я здесь. Привет. Привет. Ну что, где Коля? Понимаешь, дело в том, что я поехала в магазин, заказала там свежие цветы привезти для приема для сегодняшнего. Ага. И я вернулась, очевидно, мы где-то с ним вот разминулись. Я уверена, что твой папа сейчас очень волнуется. Ему некогда, он постоянно в делах. А бабушка только и делает, что поучает меня. Тебе надо просто поговорить с папой. И все. Зачем вы это делаете для меня? Что? Вы тратите на меня свое время. Так разговариваете со мной. Вы же меня совсем не знаете. Ну, немножко ведь я тебя знаю. Просто ты очень помог мне. А я хочу помочь тебе. Никто обо мне так не заботился. С тех пор, как... Коль, ты куда? Коля, стой! Какой прием? Ты видела, я обзвонил всех его знакомых. Никто не знает, где Коля. Андрюш, я все понимаю, но приглашения уже разосланы. Оленька, принимай кого хочешь. Я еду в милицию. А я бы не стала торопиться. Я уверена, что Коля скоро поедет. Что? Да, Игорь Александрович. Игорь Александрович. Послушайте, я знаю своего сына. Коля, ну что же ты? И уверяю вас, что он не стал бы красть какой-то чемоданчик. Конечно, Игорь Александрович, я обязательно к вам приеду. Тренер считает меня вором. Ребята наврали ему, что это я украл ваш сундучок. Что за ерунда? Вы не могли бы прийти и рассказать все, как было. Тут недалеко, в конце улицы, 5 часов. Конечно, я приду. Не переживай, все будет хорошо. Спасибо. Тренировка сегодня не для всех. У нас все просто. Хочешь играть – играй. Но воров и прогульщиков я никогда не держал. Но я не виноват! Сейчас мы все выясним. Здравствуйте. Добрый день. У меня к вам предложение. Давайте я куплю все ваши украшения и выставлю в своих магазинах. А? Вы серьезно? Разве я похож на шутника? Нет. Конечно, серьезно. Я предлагаю заключить контракт. Как вы на это смотрите? Я смотрю на это положительно. А давайте завтра. Вам что, не нужны деньги? Нужны, очень нужны. Но уже без 5:05. Да, но завтра... Извините. Ну, завтра так завтра. Хотя... До завтра. Спасибо. В общем, игрок Коля хороший. Но поощрять его поступки я не собираюсь. Так что тебе лучше уйти из команды. Здравствуйте. Здравствуйте. Я вам сейчас все объясню. Коля ни в чем не виноват. Правда, мальчики? Да, интересная история получается. Спасибо. Андрей Дмитриевич, нужно быть внимательнее к своему сыну. Ира!
Послушайте, вы подружились с моим сыном? Как вам это удалось? Это наш маленький секрет. Может, откроете мне этот секрет? Не сейчас. А хотите, я покажу вам город? Хочу. Произошло за последние дни. Хорошего. Хочется верить. Знаете, что я сейчас чувствую? Что? Как в детстве, новогодняя ночь. Лежишь, и тебе не спится, хочется залезть под елку, посмотреть подарки. Утром, когда просыпаешься, к елке не идешь. Потому что жалко, если пропадет это ожидание. Надо же. Я думал, что только у меня в детстве были такие ощущения. Самое мое любимое место в городе. Когда я был маленьким, я всегда любил приходить сюда и слушать музыкантов. А сейчас они не играют? Играют. По вечерам. Только вот я совсем редко стал сюда приходить. Настя. А ведь мы с вами еще обязательно увидимся, правда? Не знаю. Все замечательно. Давай. Варя, привет, моя любимая. И я по тебе скучаю. Нет, не завтра, но очень скоро. И я люблю тебя. Пока, целую. Приглашение? Приглашение? Угу.
чей-то дом. Андрея Дмитриевича Добрынина. Приятного вечера. Спасибо. Тебе понравится. Дорогие гости, вы все знаете, по какому случаю мы сегодня собрались здесь. Уходящий год был невероятно успешным для нашей компании, и я очень рада видеть вас всех в этот замечательный вечер. Однако мне бы не хотелось долго говорить о финансовых успехах. Я очень рада сообщить вам о помолвке моего сына Андрея и друга нашей семьи Ольги Щекиной. Этот перстень передавался в нашей семье из поколения в поколение. Его носила моя прабабушка, его носила я. Спасибо. Спасибо. А теперь, дорогие, обе. Немедленно. Ко мне в кабинет. Немедленно. Спасибо. Спасибо. Ты уже уходишь? Не уходи. Тебе у нас не понравилось. Почему? Мне очень понравилось. Просто мне пора домой, вот и все. Не уходи, пожалуйста. Я покажу тебе свою комнату. Ну, пойдем. Мама, как ты могла выдумать, что у нас с Ольгой помолвка? Я просто хотела помочь твоему счастью. Моему счастью, да? Да. Великолепно. Ты тоже об этом знала? Понимаешь, это Галины Петровны была идея, но я тоже надеялась... Послушайте, вы обе с ума сошли? Как вы вообще могли об этом подумать? Мама! Андрей! Андрей! Андрей, это недоразумение, нам нужно объясниться. Не нужно мне ничего объяснять. Коль, что, и автограф настоящий? Да, мне папа в прошлом году подарил. Ничего себе. У тебя такая замечательная комната, знаешь, как у будущего олимпийского чемпиона. Спасибо. Мы с мамой сами ее обставляли. Мама хотела мне еще сестренку родить, но не успела. Настя, ты ведь мой друг? Конечно. Друг навсегда. Добрый вечер. Здравствуйте. Папа, а можно Настя у нас останется? Ну, пожалуйста. Хотя бы ненадолго. Да нет, ну, конечно, если... Коля, мне пора.
не грусти. Хорошо? Пока. Я провожу вас. Пока. Пока. Спасибо. Мы еще увидимся. Мне пора домой. Моя семья меня ждет. И вас тоже ждут. Здесь и вот здесь, пожалуйста. Угу. Прекрасно. Позвольте. Отлично. Все. Всего доброго. До свидания. До встречи. До свидания. Перстень? Угу. Как он мог пропасть? Понятия не имею. Может быть, его кто-то украл? Что за бред? Кто его мог украсть? Андрей, да сколько народу вчера было в доме? Я вообще считаю, что нужно обратиться в милицию. Пусть ищут. Настя! Сонька, привет! Привет! Как рада тебя видеть! Молодец, что прилетела! Ну, да. Как там Майя? Как Варя? Ничего, все хорошо. Варя. Варька в порядке. Как ты? Я отлично. Да? Сонечка, спасибо тебе большое. Если бы не ты, я бы никогда сюда не выбралась. Красиво. Здорово придумала. Слушай, ну а как там прием у Андрея Дмитриевича прошел? Ну, все замечательно. У него отличная семья. Да. Угу. Что-то ты мне не договариваешь. Сонечка, все мои изделия сегодня выставляют на продажу. Я хочу сделать подарок. Какой-нибудь. Выбирай. Подарок. Что тебе нравится? Да мне все нравится. Ой, какая ты молодец. У тебя руки золотые, знаешь? А это что? А я уверена, что это она украла. Иначе почему она так быстро убежала? Послушай, твои домыслы не имеют никаких оснований, понятно? Основания будут, когда милиция проверит ее вещи на ярмарке. Это перстень Галины Петровны. Фамильная драгоценность. Откуда он у тебя? Я не знаю. Так. Давай по порядку. Извините. Софья Аркадьевна. Можно? Здравствуйте. Здравствуйте. Как вы здесь оказались? Самолетом прилетела. Погода летная. Присаживайтесь, я прошу вас. Спасибо. Может, вам кофе сделать? Да нет. Андрей Дмитриевич, я подготовила документ. Вот. Дело в том, что Ольга Константиновна сказала, что якобы наше кафе не приносит прибыли. Я стала выяснять и оказалось, что Ольга Константиновна перевела часть средств на... Я все понял. Но самое главное... Вот. Откуда это у вас? Кто-то очень сильно хотел, чтобы кто-то нашел этот перстень моей подруги, Насти. Софья Аркадьевна, не могли бы вы нас оставить ненадолго? Да, конечно.
ты могла. Если ты о кафе, то я приготовила новый проект. Просто я боялась тебе показать, потому что ты мог его отвергнуть, даже не взглянув. Ну, посмотри. Прекрасный кофе, прекрасный шоколад и меню обслуживающего персонала. То, что нужно сейчас. А деньги мне пришлось перевести за аренду. В общем, я хотела сделать тебе сюрприз. Мне плевать на закулисные сделки. Мне плевать на финансовые махинации, которые ты затеяла за моей спиной. Мне плевать. Потому что мы больше не будем работать вместе. Так. Ладно. Как ты могла оболгать невинного человека? Привезенные ей бумажки еще ничего не доказывают, понимаешь? Оля, мне не нужно больше ничего доказывать. Я надеялась, что ты видишь во мне не только делового партнера. Мне хотелось, чтобы ты видел во мне женщину. Потом появилась она. И все. Она тебе не пара. Ну зачем ты подбросила Насте перстень? Зачем? Затем, что я люблю тебя. С первого курса института, с самой первой встречи. Я люблю тебя, понимаешь? Люблю. Настя! Thank you.
Ждут дыхание затая этот день и этот час. Все, чье сердце искренне верит чудесам. Волшебство меняет нас, рассыпаясь искрами по хрустальным ветвям, елочным часам. Не грусти заранее, что прошло, забудется. Загадай желание и поверь, все сбудется. Здесь надежда и любовь замыкают нежный круг лапами еловыми. Этот мир обняв, бьют часы и Новый год. Жизнь начнет по-новому, жизнь, которой хватит всем света и тепла. Не грусти заранее, что прошло, забудется. Загадай желание и поверь, все сбудется. И поверь, все сбудется.